Всем привет, с вами Дэвил. И сегодня мы поиграем в GTA Online. Наконец-то я ее буду записывать. Меня как раз просили ее заснять. Ну, вот она теперь на ваших экранах, радуйтесь. Уже давно она у меня в Steam появилась. Но все, никак ее не снимал. Были некоторые проблемы, но теперь-то можно, в принципе, заснять. Я не знаю, стоит ли немного потише сделать. Так, вот у нас аудио. Как-то так все сойдет. Там чуть-чуть убавил. Ну что ж, что мы будем делать? Скорее всего, я расскажу, почему я все-таки начал не сначала, потому что это мой основной аккаунт. Мне не хочется создавать новый персонаж, да и как-то неинтересно будет, я думаю. Тут у меня немного так прокачанный персонаж. Сейчас мы грабанем магазин, чтобы у нас деньги были. Как раз в ту тачку и сядем. Надо ее для начала открыть. Опа. Открыли, сели. Сейчас выйдем и пойдем вон туда. Кстати, у меня майка малиновая, но в магазине она была изображена как красная, поэтому не придирайтесь. Ну что, ребят, это ограбление. На тебе. Быстро, быстро сюда мне денежки, понял? Я, где деньги-то? О, отдал мне деньги, не знаю как. Я что-то его даже не видел. Все, я стал психопатом самым настоящим. Все, погнали. Погнали отсюда. Тут везде копы. На каждом шагу. Так, уезжаем. Вы больше нас не увидите. Ай-яй-яй-яй-яй. Спалился. Отстаньте от меня. Сейчас мы как раз еще в следующий магазин съездим за новую порцию денег. Если тут будут фризы, то я не виноват. Это не знаю из-за чего будет. Потому что у меня тут стабильно. О, как раз вот это вот сейчас, не знаю, то ли лаг, то ли глюк был. Я не знаю. Либо сервак меня так подводит, либо сама игра, либо уже железо мое не выдерживает. Но у меня стабильно тут 60 FPS, 50-60. Так, вот это вот сейчас зря. Ну чё ж, поделать. Ну вот так вот с бандикам у меня тут всё. Получается записать. Это хорошо, то что хотя бы это я сейчас записываю. Не знаю, как дальше получится. Чем дольше я снимаю, тем хуже становится. Возможно, некоторые дергания видео. Я надеюсь, они сюда не поедут. Не, все-таки поеду. Мне нужно еще магазинов награбить. Я так и не показал, как это делается, потому что тот чувак убежал. Я думаю, вы даже не поняли, что тут происходило вообще. Ну все, звезды, давайте. Уходите. Он там подъезжает. Все. Как видите, у меня 11 уровень.
это не так уж и много, поверьте. Ну что, теперь я вам покажу. Короче, заходите с оружием. Ё-моё. Заходите с оружием и начинаете вокруг тут стрелять. Вот так вот прямо. Тем самым вы его пугаете. И он начинает вам отдавать, короче, деньги. Все. Все готово, у нас есть денежки. Так, опять. Мне вот это вот не нравится. Ну и ладно. Погнали. Сейчас на третьей звезде может прилететь самолет, и будет нам очень трудно от них всех оторваться. Вот, кстати, он. Вы его как раз видите на карте. Это у нас такой... такой крестик, который кружится. Я думаю, нетрудно догадаться. Я не знаю, чем тут еще можно заняться. Ну, можно по каким-нибудь заданиям побегать. Я думаю, это будет интересно. Забег какой-нибудь устроить. Я бы хотел квартиру какую-нибудь приобрести. Но у меня денег мало, вот чё. Так, подъезжаем, значит, сюда. Смотрим, сколько. Сколько стоит. Да что ж все квартиры такие дорогие-то, а? То по миллиону, то по 100 тысяч. Ладно, давайте дальше тогда. Съездим куда-нибудь. У меня-то, ну, посмотрите, тут всего-то 30 тысяч, если округлить. Это мало. Ладно. Скорее всего, нам стоит съездить на какое-нибудь задание. Motorworks. Это все ерунда. Вот это вот как раз задание из обновления под названием Lowriders. Ну, в этом первом видео я бы хотел, не знаю, там фигню какую-нибудь пострадать. Если кого-нибудь замочим, что попытаемся хотя бы. Или нет, мы, скорее всего, все деньги просто им отдадим. Потому что, если вас кто-нибудь убьет, то из вас денежки выпадут. Я бы не сказал то, что я прям такой прокачиваюсь. У меня нет большого количества оружия. Вот, в принципе, вы можете посмотреть. У меня ракетная установка есть. Это не знаю, откуда у меня появилась. То есть сам я это все не приобретал. Где-то я это подобрал. Боевой пистолет. Ладно. Будем безоружны. Здравствуйте, здравствуйте. Редвуд. Ладно. Китайкиоза. А тут что, нету... что такое, лост кок какой-то? А где тут терминалы? Уважаемый, у вас тут есть терминал? Ой. Немного полапал стекла и все. Сразу одну звезду дали. Ну вообще что? Так нельзя. О, как раз. Жертва тут. Опа-на. Вон там какой-то чепушило рядом. Сейчас мы с ним разберемся. Я пока что не буду. Опа! А вот теперь хорошая возможность. Что это такое было? Поганым бандикам.
Ай-яй-яй-яй-яй. Ах ты дуршлаг. Ладно, и сколько из нас выпало? Не знаю, вроде немного. Что теперь будем делать? Ай! Ч, совсем что ли офигело? На. Опа, ну закройся. Все. Не знаю, что делать с этими подтормаживаниями при съемке. Так-то у меня все нормально. Тут есть гаражи. Я бы хотел приобрести какой-нибудь гараж. Но они, наверное, очень дорогие все. Куда бы отправиться? Вот это вот тоже хорошее место, но у меня не туда мы отправимся. Не туда пока что. Значит, ладно, давайте задание попробуем выполнить. Как раз посмотрим, что там есть. Пока что у нас еще Хэллоуин в этой игре. Что такое? Los Santos is a dangerous place, and vehicle crashes are at an all-time high. No one knows this better than Morse Mutual Insurance. Take out full coverage insurance with us, and we'll replace your vehicle free of charge. Morse Mutual Insurance is sold at participating garages. А, ну это ерунда. Я ж думал, мне какой-нибудь квест дадут или еще что-нибудь. Типа того. Но нет. Ладно. Раз уж собрались. Тише видишь, дальше будешь. Ну, давайте выполним. Лоурайдеры рулят. Только тачки на самом деле так себе, ну ладно. Ну зато с помощью этого обновления мы сможем хотя бы вспомнить, что такое GTA 3 San Andreas. Купим бронежилет. А что тут надо делать? Я что-то не понял. О, нифига. Не, вот это вот все ерунда. Во, это тут. Где? Во, нормально. Я готов. Чё тут надо делать-то? Hey, what's happening, loco? Как оно, you know, чувачело? Чё, типа мы должны соревноваться? Чё мы должны сделать? А, я должен быстрее его, что ли? Не знаю, я его смогу обогнать или нет. Да вот вроде бы. А, не, мы в команде. Вот чё оно. Мы в команде. Мы должны кого-нибудь замочить. А, типа мы угоняем их или чё? Мы угоняем. Извините, конечно, за вот эти вот дергание, это вообще что-то с чем-то. Надеюсь, тебя не увидят. Но я тоже не надеюсь. Не знаю, может быть, GTA 5 нужно фрапсом каким-нибудь там записывать. Но вот это вот то, что сейчас на экране, это мне не нравится. Меня уже объявили в розыск. А-а-а,
их нужно сбегать. Ну, короче, я запорол мне себя. Этот чувак должен меня поздравить с этим. Быстрый перезапуск, гол. Ну что, ты согласен? Все, теперь я хочу. Don't drive near the police. Все, я хочу вот эту тачку, она крутая. Не, она говно, она розовая. Fast Size. Ну так-то внешне ничего, но внутри она просто говно. Хотя не малиновый цвет. Ладно. Нам нельзя ни в коем случае попадаться на глаза полиции. Если мы попадемся, то это все. Можно сказать, слили мы миссию. Смотрим, где эта полиция на карте и все. И пытаемся избежать. Ты что делаешь? Этот чувак, он засрал сейчас. Он засрал миссию сам. Дурак. Он дурак. Сорри. Какой нафиг сорри? Да ты офигел. Ладно уж я там, я сразу не понял, а он специально такой погнал. Еще меня тут задумал учить. Нашел паротик. А вот и моя тачка. Та тачка все-таки короче, не знаю. Вот как нужно водить. Эх, лишь бы не было этих тормозов. Долбало, реально. Надо что-то с этим решить, я думаю. Но это все-таки GTA-шка. Опа, минус один столб, минус второй и все. Так, я в ту сторону поеду. Надеюсь, меня там не встретят. Так, я не знаю, как лучше. Так как-нибудь проехать, да? Ох ты ж! Все, я попался. Сорри. Сорри. Мэн баба. Just take it slow. Slow. Just take it slow. Avoid the fucking police. Вот, теперь он в эту тачку, кстати, не садится. Вот на воздух. Опа! Ну что, пока что все под контролем. Все нормально. Самое главное, не спешить. Так, вот сразу видим то, что тут уже полиция есть. Вот тут вот мы должны обязательно свернуть, чтобы нас не заметили. Пока что все нормально. Опа.
Вот так. Поворачиваем, мы едем дальше. Пока что нет никакой полиции. Ё-моё, мне кажется, я сейчас попадусь. Не, я тут не буду ехать. Дурак! Он дурак. Он замечен полицией. What the fuck? Пирожок ти с говном. Sorry, I hit a tree. Интересно, он русский, нет? Может, американец, может, русский. Пирожок есть говно. GTA Online, дополнительная недвижимость. Теперь у вас есть возможность. Да я-то одну квартиру не могу никак купить, а тут 4 может сразу приобрести. Вот в мастерскую Бенни продаются новые тачки. Позаботьтесь о том, чтобы вам было куда их поставить. Да. Вот бы мне квартирку какую-нибудь. Но за 30 тысяч я ничего не найду. Честно скажу. Да. Она, кстати, навсегда покупается. Ну, что же сказать, все фигово. Дин-дин-дин-дин. Анимации тут, конечно, смешные. Просто фейспалм. Это такая ужасная получилась миссия. О, вот это вот анимация интересная. Опа. Сейчас на лыжника посмотрим. Вот такой вот у нас лыжник. Так, а теперь у нас тут что еще есть? Тут можно, кстати, пассивный режим включить. И в этом режиме вас никто не сможет замочить. Но мне это не очень нравится. Что насчет денег-то? Есть еда еще. Вот тут сожрали что-то. Что еще такое? Хит конфетки. Оп. 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 И чё, с вами ничего еще не произошло? Сюда иди! На тебе! Ну, кстати, он еще деньги за нас получит. Вот придурок. Не, ну это, конечно, мне не нравится. Так нехорошо поступать. Опа! Что делаешь-то, дурак? Ну ладно. В смысле? Я чё, не попал в голову? Ну, ладно. Он сегодня не везёт. В смысле? Всегда ж попадал. По-моему, сегодня кому-то не везет. Ну чё? Вылазь отсюда.
Вот тебе. Заново бич. А что вот есть в GTA Online? Вот в отличие от простой GTA 5 в сюжетном режиме, то есть в одиночке. Тут есть только один персонаж, его можно изменить. Так что есть очень много способов получить деньги. Тут можно приобретать дома. Также личный транспорт вы выбираете тут сами. Ну еще тут читеры есть. Вот что мне очень не нравится. Вчера 100 раз меня уже читер какой-то замочил. Все деньги из него просрал. Ну что ж. Так, надо еще посмотреть, есть ли тут какие-нибудь гаражи недорого. Да отвяжетесь вы от меня или нет. Нашлись тут. Боевой пистолет есть. О, граната. Ловите. На. Я им могу еще гранат кидать. Вот это вот забавно. Вот тебя. Нифига себе, полиция ездит на такой вот тачке. Это что-то новенькое. У меня аж вон что получилось. Вот он. А я лучше уйду отсюда. Нет, не смог уйти. Ну, у нас есть еще немного времени, давайте все-таки поглядим, что тут. О, гараж. Надо гараж купить. Сколько он стоит? Вот по-любому не по деньгам. О, здорово, бомж. Вот так вот выглядит человек, который не купил еще GTA 5. Ну ладно, шучу. Что-то он слишком шустрый какой-то, этот человек. Ну-ка. 33 тысячи! О, надо купить, слушайте. Обязательно нужно купить этот гараж. У меня же такой возможности может и не быть скоро. Если я буду так тратить. Так, сколько у меня сейчас денег? Ребята, 7 тысяч, так, 30 тысяч у меня где-то там, 31. Сейчас находим первую попавшуюся тачку и просто берем и едем. Все, погнали. Эх, у нас сразу 2 звезды прибавилось. Надо поосторожнее. Вот у нас магазин, но пока что не стоит в него заходить. Здесь я поставлю обязательно маркер. Не, не тут. А где он? Где гараж только что был? Где-то тут, короче, гараж был. И оттуда уезжал. Не, не тут, в той стороне. Сейчас меня могут засечь из-за этого. А, тихо, 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 не надо меня палить. Мог бы оторваться уже. Хороший бандикам, ничего не скажешь, хороший. Ездите к ним там, да. Достали. Так, какие плохие квартиры мне не нравятся. Как раз там проедем, посмотрим. Где этот
гараж точно у нас расположен. Как я его мог упустить, а? Все, нету. Нет теперь этих гадов. Где гараж? Вот я заспавнился рядом с ним. Куда он мог исчезнуть? Взял такую карту, исчез. Он где-то тут должен быть, он где-то тут продавался. Я вот точно найду воду. Вот он. Помечаем его на карте. Потому что я могу его потерять. Сейчас мы съездим в магазин и... Ой. Вы ничего не видели, я никого не сбивал. А это вообще гуашь какая-то на капоте, откуда она? Еще красная. Виниловые наклейки какие-то. Ну-ка. Опа. Ты чё, дурак, что ли? Дай мне деньги. Дебил. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну ладно, забирай. Что-то мало-то забрал, ё-моё. Всё, теперь точно хана. Зато так мы поменьше звезд получаем. Так, смываемся отсюда. Полиция Лос-Анджелеса довольно-таки быстрая. Где еще один магазин можно найти? Вот этот тут магазин. А-а-а-а, я забыл то, что это. Нельзя снимать тут метку. Вот опять теперь искать где-то. А разве в той стороне тут гараж был? Веселые поиски гаража нужно назвать эту серию. Хорошо то, что я ориентируюсь. Вот где-то там был этот гараж, я точно помню. Всё, вот он, нашел. Сколько у нас? Так, еще нужно один магазин ограбить. И все. Надеюсь, хватит этого. Этот мы ограбили. В ту сторону надо махнуть. Как раз туда. Мы направляемся. Life in Venice, да. Когда большая скорость, тоже тут вот такие вот подтормаживания происходят. Не знаю, кому это может понравиться. Ну ладно. Ну что, долго там еще ехать? Я немного не туда еду, ну ладно. Свернем. Я думал, лучше тут проехать вот так. Так если лучше будет. Так, теперь куда? Так, теперь вон там вот поворачиваем и вверх. Резко так, вверх. Убираем скорость.
Уворачиваем. Ну ладно. Ой. Это не я. Это не я. Опять гуашевую травку не капает. Да что ж это такое? Сколько ж можно? Уже весь капот изгадили. А вон и магазин. Hey there. Опа. Ой. Опять колдун начал. Статистики тут есть, не знаю, там количество убитых ботов. Если нет, то пускай добавят. Я на первом месте, кажется, буду. Таким образом. Чего? Тут есть терминал, ребята. Терминал. Пик, 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 пик. Пополнить. Да. Скинули. 32 000. Все, получили свою карточку обратно. Только она невидимая, если что. Вы ее не видите. Там, кстати, хороший очень журнал сверху. Сейчас мы тут всякие жвачки расстреляем тут. Ну вот давай это мне уже мои деньги, честно заработанные. Сейчас я тебе тут испорчу и журналы. А можно опять зайти в этот терминал. Ха-ха, я могу его увести сейчас. И быстро перекинуть эти деньги. Все. 34 000. Супер. Ограбление века. Ребят, нужно сматываться отсюда. Быстро, двое, живее. Наличный, ты ноль. А ноль его никак ты не возьмешь у него. Ну, ребят, здорово. Вот че он. Вот. На. Мёртв. Я надеюсь, они с карточки с моей ничего там не снимут. Царь горы. Хорошо, съездим как-нибудь. Опа, тачка. Тачка. Ты что не видишь, куда едешь-то? Отдай тачку. Опа. Все. Чуть ли не 2 километра нужно ехать. 2 звезды просто. Да вы что издеваетесь, что ли? Че так много-то? Всего ты что-то там нарушил. Подумал, что там какой-то маленький правил. Оу. 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 Мне кажется, что-то пошло не так, но во всяком случае тут у нас нет еще дополнительной звезды, поэтому радуемся. Ну и машем им рукой. Потому что мы должны оторваться от них. И мы почти оторвались. А почти не считается, кстати. Вот незадача. Что ж теперь делать-то? Опа. Все, мы теперь невидимки. Только не поворачиваю, только не поворачиваю. В мою сторону. Нет. Все против меня. Просто не повезло, называется. Так вот поворачиваем. Немножко так врезались.
все из-за вот этих вот дерганий всяких. Видео это, конечно же, будет видно. Ничего я тут не смогу изменить. В меня даже тут стреляют. До чего дошел прогресс. Даже охрана знает то, что я преступник вообще. Уму непостижимо. Здравствуйте, я новый клиент. Боря. Нет, мне кажется, я уже не Боря. Ой-о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 й. Мне кажется, не надо. Да вы задолбали уже меня тут ловить. Задолбали эти полицейские. Я хочу купить свой честно заработанный гараж. Вы мне в этом мешаете еще. Как можно вообще? Остолопу. Не надо за мной ехать. Я хотел гараж купить. Что ж это такое-то? Неугомонная какая-то полиция. Вот он. Встаньте от меня. Достали уже. Так, тут нужен поворот. Все. I can't believe it. Пам-пам-пам-пам. Пока я в розыске, вроде бы я не могу ничего приобретать. Кому-то не повезло. Симону нужны транспорты, там средства. А мы что, можем ему толкнуть его? О. Все, мы купили. Ту-ту-ту. Теперь у нас. Так, здесь у нас что? В своем гараже можно хранить транспорт, оттуда его нельзя угнать. Это ясно. Услуги механик стоит 50 баксов в день. Я думаю, это нормально. Вполне. О, вот трекер, это хорошо. Халявный трекер, который сразу устанавливается на ваш транспорт. Это очень хорошо. Ну все теперь. О, супер, тут даже радио есть. Так все, это теперь моя хата даже. У меня тут даже ноутбук есть. Рабочее место есть. У меня тут все есть. Кому нужен какой-то дом, если есть такой гараж хороший? Пока что пусто все. Так, как выйти? А, вот оно как. Так, а как вот сюда вот завести эту тачку? Не, мне как не хочется вот именно эту тачку туда заводить. Ну что ж, получилось у нас довольно-таки длинная серия по GTA Online. Вот за такую серию как раз с вас лайк. Всем большое спасибо за просмотр. Обязательно подпишитесь на меня, если еще не подписан. Ну а с вами был Дэвил. Всем удачи, всем пока.